Уральский специализированный дом ребенка сегодня отмечает 35-летний юбилей. Изначально учреждение располагалось в Ханты-Мансийске в деревянном здании. В апреле 1984 года в связи с аварийным состоянием помещения дом ребенка переехал в Урай. Теперь здесь есть комфортные игровые и спальные комнаты, музыкальный зал, помещение лечебной физкультуры, комната мягких модулей, сенсорный зал компьютерных тренажеров. Особенная гордость – это комната Монтессори для педагогики и терапии. В доме ребенка растут и воспитываются малыши с ослабленным здоровьем и особенностями развития. Для реабилитации используют возможности физиотерапии, ингалитория, спелеокамеру, зал лечебной физкультуры, бассейн и водолечебницу. Ежегодно реабилитацию здесь проходят 20 детей. Общение с детьми ничем не заменишь. Мы им заменяем как бы маму. Мы любим как своих детей, обращаемся с ними как со своими детьми. И вообще у нас сотрудники, коллектив очень ласковые, как мамы все практически. И каждый старается ребенка приласкать, прижать. Вот ты выберешь его на массаж, ты сначала его поласкаешь, поговоришь с ним, потом уже начинаешь делать массаж. Из этой категории, которые детей, которые лишены родительского тепла, есть, конечно, особые дети. Дети с тяжелой органической патологией, которые нуждаются в круглосуточном медицинском наблюдении, поддерживающей терапии. И, к сожалению, не всегда находятся такие семьи, которые способны взять такого ребенка. В наших условиях мы окажем ему всестороннюю заботу, любовь и внимание.